Ну, давай зайдем. Залезть? Конечно, да. Хочешь, я залезу? Да. Доброе утро, друзья! Я Женя Прохоров. Это канал Прохоров про лайф. Он о жизни, недвижимости и развлечениях на Северном Кипре. Сегодня мы с семьей проснулись в апартаментах жилого комплекса Thalassa Beach Resort. Мы специально сняли данные апартаменты для того, чтобы сделать честный, я бы сказал, даже честнейший отзыв. Данный комплекс Thalassa Beach Resort расположен на первой береговой линии и устроен по принципу пятизвездочного отеля. Ну что, заинтересовал? Тогда погнали! Друзья, данные апартаменты у нас 3+1, общая площадь данных апартаментов 100 квадратных метров, плюс бассейн 30 метров и терраса 20 метров. Итак, как обычно, по традиции нас встречает кухня-гостиная, сразу зона для приготовления пищи, как только вы заходите с квартиры, и, соответственно, зона для релакса, чила, просмотра ТВ. Далее, у нас идет маленькая комнатка. У нее неплохой вид на море и вид на бассейн, соответственно. Далее у нас небольшой коридорчик, который разделяет одну спальню, мастер-бедрум со своим санузлом и вторую маленькую. Пройдемте в маленькую. Значит, здесь две кровати, встроенный шкаф от пола до потолка. Все достаточно качественно, мне здесь очень нравится. Застройщик очень деликатно подходит ко всем моментам в мебели, в выборе фурнитуры. Все достаточно практичное. Далее идем в мастер-рум. Кстати, в коридоре у нас тут тоже встроенная стиральная машинка и шкаф с бойлером и со всеми делами. Далее мы проходим в мастер-бедрум. У нее вид, соответственно, частично на море и полностью на бассейн. Небольшой гардероб и свой санузел с душевой кабиной. Ну, не сказать, что она огромная, но в принципе нормально удобная. Вот. Так, далее. Санузел здесь уже чуть-чуть побольше. Ванная, он такой более вытянутый, как вагончик. Изюминкой данной квартиры является не то, чтобы эта квартира, а именно то, что ее окружает. Это бассейн, в котором вы и индивидуальный, частный, приватный бассейн, в который никто не приходит, никто не купается. Вот. А помимо этого, я еще вам скажу, что здесь в комплексе есть несколько бассейнов еще больших, открытых, крытых, с водными горками. И также здесь первая линия, то есть вы можете пойти и на море покупаться. Помимо этого, у вас еще есть свой. Итак, мы с вами на нашей, нам можно сказать, даже уже на вашей огромной террасе, где тусуются мои дети. Смотрите, как здесь круто. Ну-ка, давай, сальто-мальтаре. Опа. Прекраснейшая терраса с очень крутым видом. Здесь вообще найдены какие-то раскопки древние, и здесь 1000000% вообще ничего не будет. То есть, если где-то, знаете, говорят, что бывает, возможно, построят отель. Нет. Никаких отелей здесь не будет. Здесь нашли какие-то руины, раскопки. Здесь вето наложено на 1000000000 лет вперед. Поэтому здесь будет только гольф-поле. Все, вопросов больше нет. Поэтому этот прекраснейший вид, он только ваш. Столик, тоже можно покушать. Небольшая качелька. Гриль. Друзья, если вас заинтересовала данная квартира, обязательно пишите мне в комментариях. А еще лучше переходите на сайт. Отправляйте заявку на сайте. Квартира реально классная, я думаю, что она тоже очень скоро уйдет, потому что это такие эксклюзивные объекты, которых очень-очень мало. Друзья, добро пожаловать в квартиру 2+1. Она имеет общую площадь около 80 квадратных метров. Встречает нас, как обычно, кухня-гостиная, и у нее есть небольшое такое как бы ответвление. Несколько окон здесь, они достаточно хорошо наполняют ее светом, она всегда светлая и просторная, как бы воздушная. Также здесь при входе у нас зона для приготовления пищи, встраиваемая техника, здесь у нас холодильник, соответственно, посудомоечная машина. Вот это все у нас входит в стоимость, уже есть. Напомню, если вас заинтересует эта квартира или другие, переходите по ссылке, там есть вся актуальная информация, в том числе данный объект уже там. Цена на него тоже актуальная, тоже на сайте, поэтому переходите. Пойдемте дальше, я вам покажу.
Значит, вся техника, все остается, все кондиционеры, все телевизоры и все прочее. Значит, здесь у нас мастер-бедрум, большая двухспальная кровать. Здесь у нас вид на море, соответственно, и небольшой санузел. Небольшой санузел с душевой кабиной, встроенный гардероб. Вот, у нас еще одна комната. Здесь у нас окно выходит, ну, в общий, как бы, так сказать, холл, не холл. Вот, ну, ничего страшного. Окно есть, и тому радуйтесь. Шучу. Это достаточно нормальная практика, что окна выходят у нас на лестничную клетку. Здесь в таласе. Так, здесь у нас тоже есть встроенный шкаф. От пола до потолка есть выводы для телевизора. То есть можно спокойно повесить телевизор, если он вам нужен. Также встроены есть кондиционеры. Все это входит в стоимость. Дальше у нас, значит, здесь санузел, он немного побольше. А также обратите внимание, что здесь в таласе есть розетки в санузлах. Это очень хорошо для тех, кто пользуется, допустим, ирригатором стационарным или там бритвами. То есть он здесь есть, и это тоже очень хорошо. Все, так, давайте пройдем с вами на террасу. У нас очень большая терраса с прекраснейшим видом на Средиземное море. Так, друзья, мы с вами на террасе. Стандартно. Садовая мебель идет вам в подарок. Вот. И получается вид на Средиземное море. Полюбуйтесь. Внизу у нас, видите, вот та же квартира, которая продается с бассейном. Можно поставить гриль, вот, можно пройтись, можно поставить шары, можно играть в боулинг. В общем, все, что вашей душе угодно, можете использовать, как хотите, по своему назначению. Друзья, мы с вами находимся в квартире-студии. Данные студии являются очень ликвидными в настоящем жилом комплексе, потому что пользуются невероятной популярностью для сдачи в аренду. Есть прекрасный вид на море. Данная студия у нас в продаже. Она достаточно просторная, широкая, имеет встроенные шкафы от пола до потолка. Для студии, я считаю, достаточно большая ванная комната, душевая кабина, умывальник и туалет. Достаточно удобно и просторно здесь будет находиться, поэтому для студии это я ставлю 5 баллов данному санузлу. Обратите внимание, какой большой вместительный шкаф, он просто огромный. Здесь вместится практически весь гардероб. Здесь у нас и бойлер, здесь у нас и стиральная машинка. Это все входит в стоимость, это уже ваша. Смотрите, здесь вот для аренды, как они сдают. То есть вы приезжаете, сканируете, там приветственный завтрак, меню ресторана, здесь у нас есть ресторан, и, соответственно, для всех посетителей, то есть они делают, ну, такие вот так мини-мини ништяки, так скажем, да. Также есть вся информация полезная, ну, еще раз повторюсь, как в 5-звездочном отеле, как здесь пользоваться пультом, какие телефоны основные, как работает йога, kids activity, в каждый день что-то, какие-то, ну, планы, телевизор, кондиционер, вся встроенная техника, это все входит в стоимость. Цена данной студии уже у нас на сайте. Переходите по ссылке cnc-cyprus.com и находите там эту квартиру в эксклюзивных объектах. И там же можете оставить заявку на приобретение, на просмотр данной квартиры. Переходите по ссылке и заполняйте заявку. Твоя же? Ну, давай зайдем. Залезь? Конечно, да. Хочешь, я залезу? Да. Что не сделаешь для, так сказать, хороших кадров, для хороших продавцов, которые забывают свои ключи, где их квартира. Но я надеюсь, что это его квартира. Он нас не обманывает. И ты скажешь, я еще не нажимал? Друзья, в продаже представлена также двухкомнатная квартира, новая квартира 2 плюс 1, общей площадью 80 квадратных метров. И я забыл упомянуть в предыдущей квартире, что сюда входит машиноместо, так же, как и в предыдущей. Поэтому это квартиры от одного хозяина, и они предоставляют еще машиноместа, так скажем, в подарок. Обратите внимание, какая она просторная, чистая, светлая. Здесь кухня, соответственно, здесь у нас зона лаунжа, как его сказать. Далее у нас идет уже современный санузел, достаточно новая, хорошего качества сантехника. Здесь у нас небольшая комната, маленькая, вот. И, соответственно, мастер-бедрум. Давайте пройдем.
достаточно просторная мастер-бедрум. Без мебели, кажется, все достаточно просторно, светло. Видите, обратили внимание. И также современный санузел. Современный санузел с душевой кабиной. Итак, друзья, мы на огромнейшей террасе данной квартиры. Она просто большая. Здесь у нас еще больше места. То есть достаточно для того, чтобы разместить какую-то барбекю-зону, столик поставить, или бы диванчики, мягкую мебель. И любоваться прекрасным видом на море. Каждое утро у меня начинается с тренировки, а в спорте самое главное что? Правильно, дисциплина. Так что же я могу сказать о спортивном зале в Таласа Бич Резорт? Здесь немного тренажеров, но самое удивительное, что они все отвечают моим потребностям. Здесь, допустим, я могу полностью прокачать свое тело и поддерживать его в хорошей форме. Есть кардиотренажеры, две беговых дорожки современные, степлер, гребля и велотренажер. Талия у нас идет, где можно выполнять сидение в тренажере, то, что я сейчас делал. Также можно делать трицепс, бицепс, есть все необходимые рукояти. Все здесь есть, все в наличии. Все продумано, кстати. Также на спину, на ноги, на жим ног, на присед. И далее, я думаю, что там также можно выполнять и жим с груди, просто в этом станке. Далее на пресс у нас брусья, пресс, трицепс и набор гантелей. Поэтому тренажерный зал Таласа Бич Резорт я оцениваю на 5 баллов. В Таласе Бич Резорт очень развита инфраструктура для детей. Здесь очень много бассейнов, один из которых с горками, мини-аквапарк, один лягушатник под навесом постоянно находится и защищает детей от солнца. Также есть бассейн, который крытый и в котором можно пользоваться круглый год. Множество детских тематических парков, мини-парков. Также здесь есть органический сад, куда можно сходить с ребенком, показать ему, какие фрукты и овощи растут. Кроме этого, есть теннисные поле, есть футбольное поле, также есть неплохой детский клуб. В общем, все, что нужно и необходимо для вашего чада, здесь есть. Ну вот 31 у нас жара, сейчас жаришка. Нужно спрятаться под пальмами. Бильярдик. Так, сейчас зайдем, спросим. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, детей оставить можно? Детей можно оставить. 5 фунтов на целый день? 5 фунтов за одного ребенка на целый день. А что вы будете с ними делать весь день? Кормить вот будете? Да, у нас сегодня мы 5 будем. Серьезно? Супер, все, сейчас загоним, да. Вот, видели, как вообще удобно? Сейчас, получается, сдадим наших. О, привет. В детскую комнату пойдете, там пиццу будут готовить. В данном комплексе есть отличный сервис для семей с детьми. Если вам нужно куда-то отлучиться по делам, либо просто расслабиться, сходить в спортзал, в спа, то вы всегда можете оставить детей в детской комнате. Здесь есть Kids Club. Стоимость всего лишь 5 фунтов за одного ребенка. Мы передали детей в надежные руки и отправляемся на встречу к застройщику, который расскажет нам не только об этом проекте, но и о новых крутых комплексах. Друзья, значит, с нами сегодня на встрече Елена, это представитель застройщика, это самый главный топовый менеджер данной компании. В общем, Елена – это представитель застройщика Кенсингстон, который построил Таласа Бич Резорт. Ну и не только. Ну и не только, да. У них очень много проектов, в том числе данный комплекс, в котором мы сейчас находимся. А, Елена, что вы могли сказать вот об особенностях данного комплекса Таласа Бич Резорт? Ну, если обратили внимание, то комплекс уже готовый полностью, с огромной инфраструктурой, зелеными зонами, со всевозможными уголочками, где можно отдохнуть. Также у нас, помимо инфраструктуры, есть открытые кинотеатры, да, водные виды спорта. Ну и, конечно же, самое главное преимущество – это первая линия моря и собственный песочный пляж.
Опять же, если мы посмотрим на первую фазу Талас, в которой 450 юнитов, то абсолютно все юниты имеют вид на море. Это огромное преимущество. Сейчас мы очень мало таких комплексов, я даже могу сказать, что в принципе их нет на Северном Кипре. Я знаю, что скоро планируется вторая очередь Талас Бич Резорт. Знаю, что нет официальной никакой информации, да. Но коротко что-то вот можете сказать об этом? Да, мы планируем вторую очередь. Это будет в этом же комплексе. Это тоже будет первая линия моря, то есть это будет лицом к морю между рестораном и левой частью, получается, нашего комплекса, если стоять спиной к морю. И, конечно же, это будет уже новая архитектура. Почему вот мои покупатели должны приобретать недвижимость во второй фазе? Чем она будет примечательна? Но всегда нужно понимать, что комплекс готовый, да, в нем огромная инфраструктура. Ты заезжаешь уже в готовый комплекс, ты не ждешь, пока все построится. Ты видишь, как это выглядит, ты понимаешь, как это работает, как прекрасно работает ресторан, как прекрасно работает ресепшн, да, что такое отдел аренды. Все равно еще можно успеть купить что-то по приемлемой цене в хорошем комплексе и еще заработать на этом. Это раз. Два, просто потрясающе сдавать, да, получать доход через персональную управляющую компанию, да, это два. И три, ну и опять же первая линия моря. Ну да. Таких комплексов очень, практически очень нет. Я даже могу сказать, что в целом на Северном Кипре. Я сам, если честно, на нее ставлю. Очень много у меня желающих, кому я хочу предложить. Хотя можно кучу и другого предлагать. Вот так же, как и новый комплекс Key Island, в котором уже у нас люди инвестировали, наши инвесторы. И по поводу него хотел бы, чтобы вы нам тоже немножечко рассказали для наших зрителей, которые еще не купили. Ну, это кардинально два разных проекта. Во-первых, они расположены в разных частях острова. И, конечно же, Key Islands – это наш новейший проект, который представлен просто в уникальном исполнении. И я думаю, что, опять же, таких комплексов практически не найдете, да? Если посмотрим, это, опять же, это натуральные красивые лагуны, потрясающие внутренние дворы. Это небольшой комплекс, во всем комплексе где-то порядка 400 единиц недвижимости, да? Это включая и виллы, и включая пентхаусы с личными террасами на крышах, с бассейнами, и без, и таунхаусы. Очень-очень разные модификации разных апартаментов. В том числе мы сейчас считаемся одним из лидеров именно инвестиционным проектом, проектом, который смотрит именно на будущее уже. А сроки сдачи? 26-й год, то есть это лето 26-го года, мы уже планируем построить абсолютно весь комплекс. It's все off rent? Yes. Yes. If we live here free? No? You must be give deposit, but now it's closed. Tomorrow will be open. And if I live in here, I can use? Yes, you can use, but give it deposit. Deposit, okay. 30 фунтов, короче, стоит 10 минут. 40 фунтов побольше стоит. Соответственно, на ватрушке покататься 10 минут стоит 15 фунтов. На машинке 50. Ну вот, короче, все прайсы, что я вам здесь говорю. Посмотрите сами. Итак, мы находимся в огромном гипермаркете жилого комплекса Таласа Бич Резорт. В данном гипермаркете вы можете приобрести себе любую всякую всячину на свой вкус и цвет. Только нужно сделать шаг от одной стены до другой, и вы пройдете весь этот гипермаркет. Давайте я вам покажу. Итак, идем. Вы видите? И все. Ну ладно, на самом деле гипермаркет, точнее магазин есть. Все необходимое вы можете купить. Снаружи там есть даже овощи, поэтому, ну, в принципе, в любом случае нужна машина, чтобы ездить до гипермаркета. А так, ну вот, первой необходимости есть. Главное, что кола есть. Кола. Даже застали покупателей. Ладно, пойдемте дальше прогуляемся, что у нас тут есть. О, а это у нас шорты. Продает их Никита. Никита любит зеленые шорты. Ладно. В
Таласа Бич Резорт есть свой отдел аренды. Отдел аренды занимается заселением, выселением гостей, также занимается клинингом. Кроме этого, занимается трансферами, встречает ваших гостей и провожает. У вас есть личный кабинет, в котором отображается вся деятельность, сколько у вас людей было, сколько в этом месте, сколько в следующем. Также они оплачивают за вас налоги, и, в общем, это очень удобный сервис, которым вы можете пользоваться совершенно бесплатно. Массаж, you have? We have брошюры? Окей. Yeah. Okay. Брошюры есть, и тут все расписано про массаж. Back massage, it's a Thailand master or where are you from master massage? Which you want? You want open the back or all body massage? All body massage. You want all body massage. Who made? You made? We you Thailand? No, I'm from Bali. Bali. Yeah. Bali massage. Массаж специалиста из Бали. Прайсы здесь, смотрите, здесь вот, значит, вот такие вот. 40 минут, 30 фунтов, yes? 45 фунтов, 40 фунтов. В Таласа Бич Резорт открылся новый ресторан относительно недавно. Есть очень хорошее меню. Средиземноморская кухня. Много блюд итальянской, пиццы, паста, мексиканская кухня, китайская лапша, паста, закуски, салаты. Цены варьируются от 155 лир. Также есть блюда из мяса, из курицы, ну стандартно, десерты. Периодически, когда мы здесь бываем, мы здесь кушаем, забегая вперед. Я вам скажу, что мне здесь очень нравится. Сейчас я заказал пасту, ее обязательно продегустирую и вам первые впечатления свои расскажу. Хорошая паста, достаточно много морепродуктов. Ну, кухня здесь, как обычно, на высоте. Я сомневался, что она покажет другой результат. Поэтому однозначно данному ресторану я ставлю 5 баллов. В жилом комплексе Таласа Бич Резорт есть подземный паркинг. Я считаю, что наличие подземного паркинга является одним из необходимейших атрибутов современного жилого комплекса. Соответственно, здесь он есть, значит, данный комплекс является современным. Это очень удобно, друзья, когда есть подземный паркинг, потому что на улице очень сильно нагревается, приходится покупать какие-то приблуды, вешать их на стекло, все прочее. Здесь все упрощено. Подъехали, спустились, рядышком лифт, поднялись в свой номер, все, вопрос решен. Поэтому наличие подземного паркинга однозначно заслуживает лайка. Настало время для моей традиционной рубрики «Шкала качества Прохора». Чтобы не запутаться во всем многообразии жилищных комплексов и выбрать для себя и своей семьи самый лучший вариант, я и моя команда составила топ-5 критериев комфортного жилого комплекса, оценивать который мы будем по 5-бальной шкале. Итак, первый критерий – это безопасность. Комплекс Таласа Бич огорожен, имеет пропускную систему. Имеется много видеокамер, которые следят за безопасностью. Въезд осуществляется исключительно по пропускам. За безопасностью следят security, которые дежурят там круглосуточно. Поэтому безопасности Таласа Бич Резорт я ставлю твердые 5 баллов. Следующий критерий – это внешняя инфраструктура. Внешняя инфраструктура, бафферы в последнее время очень сильно развиты. Здесь очень много казино с 5-звездочными отелями, большой муниципальный песочный пляж. Здесь недавно открылась клиника «Неорист». Но всей этой инфраструктурой вы можете пользоваться только при наличии машины. Доехать туда нужно за 10 минут, пешком, к сожалению, не дойти. Поэтому внешней инфраструктуре я ставлю 3 балла. Следующий критерий – это внутренняя инфраструктура. Внутри Таласа Бич Резорт есть все необходимое для комфортного проживания на Средиземноморском побережье. Здесь есть ресторан, здесь есть фитнес-клуб, здесь множество игровых площадок для детей. Кроме того, есть детский клуб, также есть спа-комплекс, есть бар на пляже. В общем, все необходимое здесь есть. Внутренняя инфраструктура – это твердые 5 баллов. Следующий критерий – это наличие парковочных мест. Друзья, это один из единственных комплексов, где есть подземный паркинг. Вы представляете? В том числе в наших квартирах, которые мы предлагаем, машины-места идут в подарок. Соответственно, все, кто здесь проживает, паркуют свои машины там. А гости, которые приезжают сюда отдохнуть или к
проживающим паркуют на гостевом паркинге. Их здесь несколько штук перед, соответственно, жилым комплексом. Двор здесь без машин, здесь можно свободно отпускать детей. И по парковочным зонам я ставлю данному комплексу твердые 5 баллов. Итак, следующий критерий – это расстояние до моря. Друзья, данный комплекс находится на первой береговой линии. Он не то чтобы даже на первой, он на нулевой. Он и есть эта береговая линия. Поэтому расстояние до моря здесь нулевое. Расстояние до моря я ставлю твердые 5 баллов. Таким образом, по шкале качества Прохора ставлю жилищному комплексу Dalasa Beach Resort 4,6 балла. Насыщенный получился денек. Жить у моря полезно и выгодно. Я Женя Прохоров, это канал Прохоров про лайф. Подписывайся, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, ведь впереди тебя ждет очень много интересного. А если появились вопросы, задавай их в комментариях или звони. Все контакты в описании. Кроме того, у меня есть сайт cnc-cyprus.com. Там ты найдешь всю подробную информацию об аренде и продаже недвижимости на Северном Кипре. Все актуальные цены и объекты уже там. Переходи. До новых встреч. Пока.